Всем привет, ребята! Вы на канале Джиджи, с вами Юля. Сегодня я снимаю для вас видео про сбор рюкзака, сбор пенала. Короче, сегодня, друзья, мы будем с вами собираться в школу, потому что на самом деле давно не снимала таких видео. Я знаю, как вы любите про мои смотреть сборы, но показывать это видео стадо весми, мне кажется, это тоже совсем скучно, потому что вы, допустим, хотите посмотреть видео, где я учусь, а я там собираю рюкзак. Поэтому рюкзак я решила собрать в отдельном видео. Так что сегодня я буду собирать свой рюкзак на понедельник, расскажу, что у меня в понедельник, какие уроки и так далее. Поэтому, если вам нравится эта рубрика, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите об этом в комментариях, ну и я буду все вас ждать. Поэтому погнали! Сегодня буду собирать вот такую сумочку, на самом деле я называю это рюкзаком, потому что, ну, думаю, вы заметили, что это не особо похоже прям супер на сумку, но я решила ее собрать, потому что ни разу не собирала видео, хотя хожу с ней все-таки в школу, я заказывала ее на AliExpress, у меня есть об этом видео, и вот так вот она выглядит, похоже, знаете, на какую-то корейскую, японскую сумочку, так скажем, потому что я их очень часто видела. Ну и она мне нравится тем, что она легкая, я не люблю кожаные сумки, они очень тяжелые, и поэтому я их не ношу сейчас, по крайней мере именно в школе, так что я ношу вот такие вот обычные сумочки, рюкзаки, но сегодня решила собрать именно ее. Так что сейчас буду вам показывать приближенные съемки, что я буду собирать, так будет удобнее и для меня, и для вас. Поэтому пойдемте собирать рюкзачок или сумочку, так скажем, в школу. Вообще, когда я складываю рюкзак, то, конечно, там больше карманов, но я сегодня решила сложить сумку, потому что ни разу еще ее не складывала. Вот такой кармашек, он, правда, видите, немного помятый, но ничего страшного, потому что сюда все равно все помещается. Первое, что я складываю, это мой контейнер с линзами. Вот так он выглядит, тут у меня линзы, получается, лежат, также штучки, которыми я надеваю, собственно, линзы. И вот такой вот милый контейнер, написано «This is my case». Дальше я беру с собой, собственно, тоже для линз, это раствор, точнее, это капли. Складываем. Далее я беру с собой влажные салфетки, вот такие антибактериальные. Очень классные, покупаю их в экспрессе. Следующее, что я также беру, но складываю в основной карман, это вот такая вот книжка, которую я сейчас читаю. «Бойся, но действуй. Как превзойти страх из врага союзника». Очень классная книга, всем советую. И видите, вот я помещаю для себя какие-то инсайты, открытия вот такими вот закладочками. И, собственно, вот так вот прикольно выглядит моя книжка. Ну и также в ней есть закладочки, потому что я читаю дальше. Это у меня, кстати, служит как основной закладкой. И также я потом помечаю вот такими вот маленькими. Поэтому книга у меня выглядит вот так странно. Но складываю я ее в вот этот отсек. Дальше, что я также складываю в маленький кармашек, это мои наушники в таком они прикольном кейсе. AirPods. Так выглядят. И складываю я их вот сюда. И, собственно, все. Закрываю этот кармашек. Больше мне ничего не нужно там. Первое, что я складываю, это сборник по математике. Я планирую сейчас начать решать в школе на переменах, но, конечно, не каждый день, потому что я также занимаюсь еще другими делами. Тоже покажу, что с собой беру, но когда у меня есть время, возможно, силы, никаких-то нет контрольных на уроке, а просто мы проходим новые темы, то тогда будут силы решать на переменах варианты, потому что до ЕГЭ мало времени, купила сборник и специально вот буду прорешивать. Так что берем с собой его, складываем. Тетрадку по математике, тетрадка именно школьная. Видите, тут у меня некоторые написаны какие-то моменты. Мне так просто удобнее. Дальше я беру с собой тетрадку по именно ЕГЭ по математике. Видите, вот так вот я ее заполняю. Эта тетрадка у меня А4. Тут пока что только 6-9 задание, потому что тут только первая часть математики. Также у меня есть и вторая, но пока что я беру первую часть, потому что также и бывает на переменах смотрю вебинары. И вот сюда что-то помещаю. Именно только вот графики я сюда распечатывала, все остальное я пишу просто в тетрадке. У меня есть такая же тетрадка по второй части. И вот по первой тоже есть, но я только недавно ее начала. Именно по первой части новую тетрадку, потому что до этого у меня были скрипты, но я училась в другой онлайн-школе. Дальше я беру с собой учебник по алгебре. Вот такой вот. Так он выглядит. Следующее, что еще также беру, это вот такой справочник. Тут у меня просто разные темы. Есть вот такие вот, то есть справочники. Есть вот просто написанные, так скажем. Дальше, что я также собираю, это тетрадка по русскому языку. Последние, кстати, смотрите, у меня работы, пятерочки. У меня все в тетрадке в пятерочках. Так вот, по русскому. Складываю учебник по русскому языку.
А, вот тут у меня правила, правда, я ими сейчас не пользуюсь, потому что я сейчас учусь в онлайн-школе, там все правила проходим заново, поэтому раньше мне это спасало, сейчас уже нет. Но тоже пока что осталось, поэтому не убираю. А буду брать свой такой пенал, смотрите, он просто получается вот такого оттенка, такого же, как, собственно, сумка. И до этого я ходила с таким же подобно пеналом, то есть, знаете, он такого же материала, как и вот этот, только черного цвета. Он мне надоел, я с ним ходила неделю, поэтому буду сейчас все отсюда убирать и, собственно, складывать новый пенал вместе с вами. Ну что, собираем пенал. Вот я вам показывала, он получается точно такой же, как сумка, которую я собираю. И первое, что я кладу, это вот такие вот текстовые делители от Maypit. Они мне очень нравятся, потому что яркие, и на самом деле я сейчас люблю больше не пастельные оттенки, а яркие. Хотя раньше я постоянно пользовалась только пастельными текстовыми делителями, вы сейчас можете заметить их у меня на столе, но сейчас пользуюсь яркими. Далее беру две ручки, первая Eric Kraus, очень красиво нежного цвета, то есть, а вторая у меня точно такая же, но просто обычная. Одну беру как запасную, одну как основную. Но ручками такими я пишу только в школе, дома у меня более удобные ручки, а в школе я беру просто какие попадутся. Далее я складываю Берлинга, это капиллярная ручка, она получается фиолетового цвета, и я обычно обозначаю что-то в конспектах и тоже беру с собой в пенал. Еще и складываю с собой капиллярную ручку, но уже зеленую, тоже от Берлинга. Потом складываю два карандашика. На самом деле пенал у меня не особо примечательный на данный момент, потому что я пользуюсь больше канцелярией дома, чем в школе. Потому что в школе я не пользуюсь всякими разными выделителями особо. Также вот ластик складываю. Потом кладу вот такую линейку. Правда, она была сначала очень классная изначально в сентябре, а сейчас, как видите, она сломалась. Не знаю почему, но в пенале, когда она была, то она сломалась. Также я беру с собой гелевую ручку черную обычную на всякий случай. И еще, собственно, получается вот такой вот крем-масло для губ, кокосовое молочко и какао. Просто его обожаю. И у меня всегда лежит сейчас в пенале Butter Gloss. Вот это вот, видите, тоже от NYX. Это, получается, блеск для губ. Ну, как я говорила, пенал подходит отлично под сумку, потому что, собственно, это все шло в одном наборе, так как я заказывала данный набор на AliExpress. Так что все, можно теперь идти в школу уже. Сумочка собрана. Ну, и вот такая вот она получилось. Вот такое было видео про сбор рюкзака. Сегодня мы с вами собрались в понедельник в школу. Ну что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось, вы были заинтересованы. Если хотите больше видео про мой рюкзак, то пишите в комментариях, про мой пенал тоже. Все пишите, буду вас ждать. Ну что ж, это было все на этой ссылке. С вами была ваша Юля. Всем желаю счастья, любви, добра, до новых встреч и всем пока-пока!